Приветствую вас, мои дорогие зрители, меня зовут Лилия Донскова, я официальный обозреватель компании Oriflame, и сегодня презентую вам новинки из 10-го каталога. Это два новых аромата, хотел сказать обалденных аромата, они действительно необыкновенные, и о них сейчас все говорят, мне кажется, и блогеры, и консультанты. Ароматы называются SE Swedish Experience. Я их буду называть Си голубой и Си желтый, и немножечко расскажу историю создания этих ароматов. В 2018 году была создана экспедиция, которую назвали «Ольфакторная Одиссея», и задача ученых была исследовать самые душистые и невероятные растения в заповедниках Швеции. И самое интересное, что ароматы растений были собраны по специальной запатентованной технологии, которая позволяет забрать аромат у растения без вреда для растения. И это, конечно, получилось, ну, что-то необыкновенное. Итак, начну с голубого. Он мне менее понравился. Есть ароматы, которые подходят, а есть ароматы, которые не подходят. Я не говорю, что он плохой. Кстати, он понравился Мише, но какие-то ноты этого аромата для меня, ну, просто не мои, мне они не нравятся. Итак, вот во всей красе этот аромат. Конечно, у них красивая упаковка. Когда я получила, достала из коробочки, я сразу просто ахнула: вау, как круто, как стильно. Сами флаконы тоже очень симпатичные и сделаны полностью на 100% из переработанного стекла, и все элементы упаковки также могут быть переработаны в дальнейшем, что говорит о высокой экологичности этого продукта. По поводу состава аромата, давайте посмотрим. Это цветочно-водный, цитрусовый, ароматический, и в составе его самые яркие ноты — это дикий розмарин, мирис душистый и мускус. Высокая концентрация аромата, 75 миллилитров флакон. Когда мы открываем крышечку, то мы можем открутить дозатор. Ой, туго закручен. Ну, дозатор откручивается, и можно перелить в маленький флакончик. Вот так выглядит полностью аромат. По поводу желтого аромата, он мне понравился сразу еще из пробника. Я в него, можно сказать, как бы зацепилась, не то что вот влюбилась. Сказать вкусный аромат — это не про эти ароматы, они какие-то необычные и очень отличаются от всего, что я раньше пробовала, вдыхала и ощущала. У меня сложилось такое впечатление, когда еще даже состав не читала аромата, что я вот в жаркую солнечную погоду уже оказалась вечером на полянке. То есть какие-то вот ароматы такие теплые-теплые из детства. Я все-таки выросла в деревне, поэтому я была очень близка к природе, и вот этот аромат, он как будто бы со мной говорит на одном языке и переносит меня в такие теплые воспоминания детства. А в составе аромата пижма, березовые искры и апельсин. Ну, кстати, ноты апельсина я не чувствую, я именно чувствую пижму. Она такая теплая, немножко терпкая и очень приятно раскрывается на теле. Когда проходит время, я чувствую уже даже больше от одежды. На одежде очень хорошо аромат держится. Я чувствую такую мягкую сладость, не приторную, а вот мягкую, природную. То есть мы благодаря этим ароматам можем сейчас говорить с природой на одном языке, или, проще говоря, послушать разговор природы. Мне кажется, это очень уникально. Так как ароматы необычные, я вам рекомендую заказать сначала пробники, подружиться с этими ароматами, побыть с ними, поносить их на себе, чтобы вот ощутить, подходят они вам или нет, как вы себя с ними чувствуете, комфортно, некомфортно. Потому что вот голубой я точно носить не буду, а желтый я уже ношу больше недели, каждый день, и даже не смотрю на другие ароматы, настолько вот он мне нравится. Вот он точно открутится. Вот, то есть мы можем открутить и закрутить обратно. Хорошая идея, кстати. И что самое интересное, при покупке любого аромата вы получите в подарок Swedish Spa. Это крем-масло для тела. Кстати, его стоимость в каталоге 720 рублей.
по-моему, замечательный подарок. И это масло, крем-масло, поможет вам сделать кожу мягкой, гладкой и вкусно пахнущей. Вот такая вот получилась у нас презентация. Два аромата, две красивые упаковки. И я вам желаю выбрать для себя такой аромат, который будет приносить вам удовольствие и гармонизировать с вами, дополнять ваш образ. А если вы уже их попробовали, напишите в комментариях свой отзыв, что вы чувствуете, какие у вас впечатления. А я с вами прощаюсь, до новых встреч, всего доброго, пока-пока.